Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую, всех рада видеть на своем канале. Кто впервые, подпишитесь, потому что мои карты знают все. И сегодня я решила вот на такой замечательной колоде Арканум сделать глубокий расклад на Таро, не на Ленорман, а на Таро «Вокзал для твоих». Вот, то есть герои будут выходить разными картами, и уже отсюда мы будем считывать чувства, намерения, да? Чувства и намерения. Загадайте пока человека, представьте его образ. Расклад общий. Может проиграться не у всех. За личными обращайтесь. А, указано в описании, куда обращаться. Итак. Истинное чувство и намерение загаданного человека на ближайшие 3 месяца. Истинное чувство и намерение загаданного человека на ближайшие 3 месяца. Делаем преддиагностику и ищем, кто в какой карте, ищем героев, да? Давайте, это у нас первая мужская карта, которая попадется фигура, это у нас будет загаданный человек. Первая женская карта, это женщина. И смотрим энергию. И тут же у нас идет мужчина. Прямо сами видели, первой карты выпал. Да, это рыцарь мечей. Это человек всего скорее воздушной стихии, который может принадлежать такому знаку зодиака, как Весы, Близнецы и Водолей. Вот. Человек несколько холодный, человек энергичный, человек, который, смотрите, сейчас почему-то, смотрите, по пятерке кубков, видите, 3 кубка перевернуты, 2 целых, человек не видит потенциала в ваших отношениях, человек, который тут может у кого-то проигрываться, что даже вот прям в запой ушел, да, если вы знаете, что употребляет что-то. Вот, тут разговор о том, что человек либо разочарован, причем разочарован какими-то, разочарован-то в вас, в партнерше, но не понимает, что разочарован-то из-за своего, из-за своей холодности, из-за своей, может быть, легкомысленности где-то. Давайте смотреть вас, где вы, ищем женскую карту и смотрим тоже, какими картами она будет окружена делать. Вы выходите у меня прекрасной, ценной женщиной, королевой Пентаклей, которая, знаете, смотрите, тут у мужчины 5 кубков, у вас 4. Но у вас, скажем так, положение, интересная ситуация получается, у вас положение лучше, конечно. Вы тут решили одержать победу в этой схватке за чувства, за будущее ваших отношений, решили одержать победу любой ценой. А вы, возможно, либо очень сильно привязаны к материальным каким-то вещам, да, там, не знаю, моментам, либо вы земного знака зодиака, дева, телец, козерог, да, вот, и вы тут чувство-то имеете, но что-то вас не удовлетворяет вот в поведении вашего героя. То есть вы вышли королевой, он вышел рыцарем. Тут может разговор идти о том, что человек либо немного помладше, либо ваш ровесник приблизительно, да? Вот. Вы в разных стихиях, то есть вы абсолютно разные. Но есть у вас одна общая энергетика, это энергетика мечей. То есть каждый хочет доказать в этих отношениях свою правоту. Ну, что я могу сказать? Этим страдают все пары, да? Вместо того, чтобы прислушиваться, да? Каждый доказывает свою правоту, разочаровывается и снова мчится в эти же отношения. И так бег по кругу. Для выяснения, кстати, тут всего скорее мужчина может быть первый начинать выяснять отношения, как правило, либо провоцирует девушку на выяснение отношений. Оставляем вас для разговора. Напоминаю, расклад общий. Оставляю вас для разговора. Так, смотрите друг на друга и на тонком плане. А расклады всегда могут проигрываться даже без вашего на то запроса. Давайте-ка посмотрим его чувства к вам на другой колоде «Лес любви». Чувства загаданного героя.
девушке, которая смотрит прямо сейчас чувство. Ага, тут какой-то расчет. И вот по этой карте, по этим энергиям, мужчина, обладающий хорошей интуицией, мужчина умеет считывать ваши энергии, ваше настроение. Но мужчина, который хочет, вот смотрите, как четко они гармонируют эти две карты. То есть и определили мы вашего героя, вашего партнера совершенно верно. Мужчина, который хочет вас, так сказать, победить. Мужчина, который хочет вас запихнуть под каблучок, под свой, под мужской, да, под плоский. Ну да ладно, давайте смотреть, что у вас, какие энергии между вами будут витать. Загаданный вами период или в обозначенный мною период, да, 3 месяца. Угу. И смотрите, тут пентакливая девушка у нас, да, по семерке пентаклей, разговор о том, что тут вы, девочка, которая меня смотрит, собралась, взяла корзиночку, сложила все свои ценные предложения и пошла вот к этому холодному в маске, да, в железной, рыцарю мечей, пошла с ним договариваться, пошла ему что-то предлагать, какие-то альтернативы, какие-то объяснять что-то, да, трудиться над отношениями. Тут разговор о том, что вы намерены вкладываться в эти отношения и наблюдать за мужчиной. Что у него в голове? А вот тут-то мы его и раскрыли. Смотрите, двойка чаш. А у него в голове любовь. Человек хочет иметь с вами взаимные чувства. Да, хотелось бы ему, конечно, вами крутить и вертеть по-всякому, как в его понимании правильно и справедливо. Но для вас вот эта прекрасная зацепочка о том, что, видите, двое смотрят друг на друга, у каждого полная чаша, и они обмениваются энергиями. То есть мужчина готов на коммуникацию, мужчина любит. Давайте смотреть, что у вас в голове. Очень хорошая карта. А вот вы тут выходите таким, знаете, королем мечей в мужских энергиях. Во-первых, вы боитесь, что этот, даже не вы в этих энергиях, вы его видите таким холодным, жестким, и боитесь, что вы тут, как, знаете, как рыба об лед, будете вкладываться, вкладываться, а ничего не получите. Вы неправильно мужчину оцениваете. То, что у него внешне, это маска. Маска вот этой железной, знаете, такой эмоциональной холодности, на самом деле в голове-то у него чувства горят, пылают, энергии такие, а вы видите его холодным, вы видите его скандальным, и, ну, я вот тут, может, прогнусь под него, я вот тут, может, попытаюсь его как-то усмирить, да, помните о том, что у него в голове любовь, а то, что он транслирует внешний лоск, это маска. Чувство. Что на сердце, давайте. Что на сердце у него к вам в загадный период, в ближайшие 3 месяца. То есть он себя вот каким позиционирует? Смотрите-ка, у него тут любовь вообще поперла. Туз чаш и карта влюбленная. А парень-то тут пропал. Он поэтому, вы ему, кстати, верите, он поэтому так и защищается, что он боится показать свои истинные чувства, он боится признаться в любви, дабы не быть, не получить отказ. Понимаете? Получается, что вы оба стучите в открытую дверь. Что у вас на сердце? Ну-ка. Может, ему есть чего бояться? Что у вас на сердце к нему? Ага. Вы хотите выхода на новый уровень. Вы хотите сделать из этого мужчины, вот из такого рыцаря, хотите превратить его в императора. Да? И, кстати, я вам хочу сказать, что у вас это получится.
вопрос времени. Вы его немножко неправильно себе позиционируете. Вам хотелось бы, может быть, как-то побольше легкости в этих отношениях и побольше заботы об этом. Вам хотелось бы нового чего-то в этих отношениях. То, что вот он такой холодный и равнодушный, вы уже давным-давно считали. И вы ждете проявления его других качеств, чтобы он стал таким земным, заботливым, конкретным. Прям таким и мужем, и отцом в одном лице, да, и любовником и добытчиком, да, то, что император именно таким просматривается. Вы знаете, шанс на то, что он таким будет, у вас очень хороший расчет. Шанс за то, что он таким станет, есть. Я вам честно говорю. Давайте смотреть страхи. Чего у нас боится рыцарь в отношениях с вами? Вернее, чего будет бояться? Боится разрушения. Ха-ха-ха. Боится, что вы тут как спалите хату, как остановите коня на скаку и ускачете. Боится, что все будет разрушено. Вот так. Вы чего боитесь? Давайте смотреть ваши страхи. Угу. Вы тут боитесь того, что у вас все-таки не получится коммуникации, что мужчина не будет вкладываться в вас, в ваши отношения, что он вам ничего не даст. Вы знаете, даст. Даст, если вы не будете себя обманывать и видеть его вот таким вот холодным, да. Попробуйте пробить вот эту вот скорлупу, забрало-то приоткройте ему, да. Пусть он, вы можете ему прямо сказать: я знаю о том, что ты любишь меня. Я готова принимать твою любовь. И вот теперь мы смотрим ваши энергии, которые вас будут объединять. Энергии, которые вас будут объединять. Хороший расклад, кстати, получается. Угу. Паш Пентаклей. А тут разговор о том, что маленькими шажочками, по чуть-чуть и понемножку, ваши отношения будут продвигаться к благополучию и стабильности. Мужчина, смотрите, от него к вам пентакливый мальчик. Мужчина в этом заинтересован. И вы от него этого ждете. Да, до императора, конечно, ему нужно подрасти. Он пока еще такой тут под дурачка косит. Вот. Но потенциал прекрасный. Давайте смотреть на предстоящий период его чувства к вам. Его чувства к вам на предстоящий период. Ой. Смотрите, карта семьи, десятка чаш, это полноценные. Он вас считает, он уже вас считает своей супругой. Тут, может быть, даже меня супруги смотрят. А женщина, которая в замужестве и смотрит на своего супруга, такой вариант проигрывается, либо вы расцениваете друг друга именно как партнера для семейных отношений. Есть потенциал. Смотрите, какой классный потенциал. Смотрите, одни чаши. Чаши – это любовь. Чаши – это наполненность энергией. Мужчина такой, ух, хороший мужчина. У вас что в чувствах? А вы такая говорите: нет, немножко тут, немножко я тебя по дербеню, по страшному суду, я сначала все твои прошлые ошибки, все твои прошлые косяки тебе вспомню, ткну тебя в них носом, ты их признаешь, а потом, когда ты их признаешь искренне, и я это увижу. Кстати, вы боитесь, что не признают, и я это увижу, ты будешь в моих глазах императором. Действие. Смотрим его действия. Классный расклад получается. Угу. Мужчина сам себя тут будет ограничивать. Сам себя будет ограничивать. Смотрите, девятка мечей. И тут вы не передавите, не перекрутите гайки, вынимайте вот этого человека из своей головы, меняйте вот его на вот эту карту, да, дайте ему поддержки. Мужчина будет останавливать сам себя будет ограничивать, не будет верить в свои силы, а любви-то к вам много, и потерять-то вас боится, и любить-то вас любит, но боится, что не дотягивает до вас. Он боится обоснованно.
что он до вас не дотягивает. Но вы это не подчеркиваете. Потенциал прекрасный, мы с вами уже это просмотрели. Не надо его упрекать в его каких-то прошлых неправильных позициях и поведениях. Да? Это все в прошлом. Надо жить сегодняшним днем. Надо дать человеку поддержку, потому что он стремится к вам очень-очень искренне. Он просто, ну, не знает, не верит в себя и боится, что вы в него тоже не верите. Это его, кстати, разрушает здорово. Ваши действия, ну-ка. Ваши действия. Вы тут эдакий воин в юбке, да? Иерофант там выходите. Вот будет, по-моему, и все. Не зря у вас при диагностике был туз мечей, да? Победа любой ценой. Будет, по-моему, и все. Я тебя, дорогой, дотюкаю, доклюю, прижму как блоху ногтем к столу, и ты не туды и не сюды. То есть вы хотите сделать полный захват власти и получить при этом мужчину императора? Нет, родная моя девочка, так не получится. Нет, нужно другие энергии брать. Вот мне не очень нравится карта, то что вы выходите в позиции иерофанта. Да, я согласна, вот по этой карте, по вашей идентификации, вы мудрее его, может быть, старше, вы более практичны в жизни, более приспособлены в этой жизни. Но помогите ему такие, откройте ему глаза, дайте ему поддержки, помогите ему стать таким же парой. Не надо его давить и как котенка либо щенка тыкать в ту лужицу, которую он наделал. Он этого не поймет. Он поймет только... Хоть вы и хотите работать, но вы определитесь, в каком русле вы будете работать с ним. Он поймет только, когда вы будете оказывать ему поддержку и понимание. А вот жесткий нажим он не поймет. Это будет в нем делать его неуверенным в себе, и это дальше будет отодвигать его от вас, понимаете? Это дальше будет отодвигать... от истинного вас обоих, от истинного вашего потенциала, от истинного вашего счастья. А у вас потенциал-то, смотрите, взаимная любовь, абсолютная любовь прям. Итог. Хорошо, давайте итог смотреть. Все будет по справедливости. Смотрите, какой хороший аркан вышел. Вы тут, кстати, на дне колоды подсказка. Вы тут немного друг от друга закрываетесь. Не позиционируйте друг другу истинных своих чувств, и напрасно. Напрасно. Надо быть искренними и откровенными. В вашем случае это возможно. Будет по справедливости. Как вы яхту назовете, так она и поплывет, так хочется мне здесь сказать. Как вы себя будете вести. Убирайте вот этого мечевого из головы. Сразу ставьте императора. Ну, поставьте его на пьедестал. Ему будет приятно. Вы всегда сумеете ему объяснить, что там ему надо делать, может быть, иногда, да? А, вот. Вы, по крайней мере, ценная женщина, королева, ну, хотя бы до короля его дотяните, да, не знаю, тоже пентакли его, чтобы вы парой были, либо чаш, да? А вы его немножко неправильно видите, у вас несколько искаженное о нем мнение, вот, и поэтому, соответственно, неправильно себя подаете, неправильно себя ведете по отношению к нему, ну, не то, что совсем неправильно, но вы тут женщина, мне кажется, властная, женщина упорная, женщина, которая, конечно же, своего добьется, потому что мужчина боится разрушения, он даже боится, знаете чего, что вы его вообще можете тут растоптать в пух и прах, и ему потом вообще не подняться с колен никогда. Поэтому дайте ему свободы, дайте ему искренней любви, дайте ему поддержки и понимания, и выльется это во все по справедливости, во взаимную любовь, которая просто вас обоих будет наполнять. Я желаю вам счастья.